Уважаемые посетители и подписчики моего канала, вы часто мне задаете вопрос, подходит ли с новых швейных машин лапки на старые машины советских времен. Ну вот я могу вам показать один из примеров, который я в этом примере точно уверен, что крепление лапки с Джаномы подходит на швейную машинку Подольск 142. Ну, если Подольск 142, это значит и Чайка 134, и 142. Я думаю, что там проблем не должно быть. Сейчас я вам покажу, как это делается. Беру, откручиваю лапку. Я беру и винт, держатель лапки. Ну и тогда мы попробуем все лапки поставить. Откручиваю лапку. Дело в том, что когда будете заказывать лапку, то на лапку нужно брать сразу же и винт. Потому что на крепление лапки винт он не входит. Можно, конечно, попробовать и распилять потом, но лучше сразу взять просто винт. Ставим в посадочное место и закручиваем. Вот так вот. Ну вот, видите. Лапка подходит, ее не цепляет. Она хорошо садится. Пожалуйста. Это зигзаг. И прямая строчка. Если у вас на некоторых лапках что-то будет чуть-чуть не совпадать, это может быть на лапке для вшивания замка, то у вас есть регулировка. Подрегулировать иголку можно вот этим регулятором, игла смещения влево и вправо. Вот эта игла смещается вправо, это влево. Можете подрегулировать иглой, чтобы иголка не была близко к лапке. Сейчас я попробую поставить некоторые лапки и прошить на них. Беру материал. Ставлю на зигзаг и пробую. Вот строчка прекрасная, лапка хорошо себя ведет. Чтобы поменять лапку, нужно вот этот нажать рычажок. Она, лапка сама свалилась. И теперь поставим лапку для молнии. Здесь есть левое и правое крепление. Крепим на правую сторону. И вот смотрите, я поставил, и нам нужно поставить на прямую строчку. И вот, ну, у меня игла заходит прямо в притирку к лапке с правой стороны. Я могу немного, чуть-чуть сместить иголочку, буквально на миллиметр. Шьет все нормально. Теперь лапку попробую переставить на другую сторону. Вот так вот.
и лапку так вот опустил, и она сама защелкнулась. Теперь здесь же смотрю, здесь у нас иголка стоит нормально. Тоже все шьет нормально. Снимаю. И можно попробовать для отделочной строчки. Опускаю лапку и проверяю иголку. Видите, она у меня бьет за нашим ограничителем. Я беру и смещаю чуть-чуть нашу иголку влево, буквально на миллиметр. Беру ткань. Ну и вот смотрите, отделочная строчка. Конечно, здесь нужно подрегулировать нитку. Верхнюю чуть отпустить, нижнюю чуть затянуть. Но все идет нормально. Лапка работает. Снимаю эту лапку. Ну вот, ставлю лапку для декоративных строчек. Ну и здесь ставлю на зигзаг. Строчку ставлю густую. Ну вот, это происходит вот так вот. Теперь лапка для подворота края. Ну и вот, что получается. У нас край получился подвернутый. Пробуем ставить. Нитку продеваем вовнутрь. Так вот, опускаем. Беру иглу, смещаю влево. Ставлю регулятор на зигзаг на двойку. И длину стежка, ну, почти что ставлю на ноль. Нажимаю рычаг обратного хода. И строчу. Машинка у меня идет назад. Теперь беру, поднимаю иголку, ставлю смещение иголки
на 0, ставлю регулятор зигзага на пятерку и делаю закрепку зигзаг. Вот там три стежочка. Поднимаю вверх иголку. Теперь беру, смещаю в правую, в правое положение иголку. И также ставлю на двойку ширину зигзага. И строчу вперед. Дошел до края. Теперь беру, ставлю положение иголки посередине и ставлю на пятерку зигзаг. Регулятор длины стежка ставлю на 0 и делаю закрепку на одном месте с передней стороны нашей петли. Поднимаем лапку. Ну и вот смотрите, вот получилась петля. Теперь мы ее разрежем. Я возьму две иголочки вот сюда вот, чтобы нашу закрепку не разрезать. Вот так вот беру распарыватель и пробую. Вот наша петля, пожалуйста. Смотрим под пуговицу. Она, конечно, немножечко великовата. Надо было чуть-чуть поменьше, но это уже нужно приспособиться. Тем не менее, петелька, смотрите, так смотрится неплохо. Вперед и вот сзади. Здесь длину стежка можно еще уменьшить, и тогда она будет красивее. Вот такую петелечку можно сделать на такой лапке, на Подольск 142 машинки. Так что эти лапки, лапка с Джаноме, подходит на такую машину. Как лапки подойдут на другую машину, я, конечно, вам сказать не могу, потому что там может быть и немного другое крепление. Но это уж подходит точно. Теперь берем, вытаскиваем лапку, приподнимаем, нажимаем нашу кнопку сзади и берем, вытаскиваем на себя чуть-чуть, и вот этот проем вытаскиваем лапку. На этом пока все. Удачи вам!